Был вопрос и не вопрос. Ну, то есть так. Чтобы я это поставил. Как было, как было. Буду этот сам. Походу возникло, уже забыл, что я хотел спросить. 6 секунд. Ладно, поехали. Вопрос такой. Я вот заметил, что на затворах сделана такая площадка. Это задел на то, что можно будет коллиматор поставить? Совершенно верно. То есть можно по заказу, вы как делаете вот разный, скажем так, вариант насечек, так и можно делать Мы можем установить коллиматор, да. То есть вы сразу можете по заказу сделать. Вопрос следующий. А почему вы все-таки не сделали вот здесь выступ, как у Глока, для двуручного хвата? Ну, сложный вопрос для камер. Но... Не, я понимаю, что мы вы хотели. Не можем, мы вы, не можем. Вы хотели как бы свой собственный вид получить. Конечно, мы же не можем копировать полностью. Ну, многие все равно как бы копируют, оно немного отличается. Но здесь все равно как бы похоже, но все равно, но не Глок. Как ни крути. Это не Глок. Ну, похоже, но не Глок. Понятно. Да. Ну, я имею в виду, что все-таки подвручный хват здесь. Ну, на любителя, конечно. Ладно. Самый главный вопрос, и у многих возникает все-таки по поводу курка. Почему сделан в виде Глока, но курок внешний? Почему не ставите? Сейчас, минутку, я сразу скажу, я понимаю, что так сделать проще, но по идее же можно же было курок и внутрь как бы спрятать, чтобы он внутри работал. Тем более, что самого взвода нет. В Глоке вообще нету курка. Я знаю. Я объясню почему. Культура оружейная европейская и американская глубоко отличается от культуры нашей постсоветского пространства. Там учат обращаться с оружием с детства, а мы по мере надобности, необходимости, либо ситуативной ситуации у нас в стране. Люди, которые постоянно обращаются с оружием, они знают, что оружие постоянно заряжено. То есть его надо проверять каждую ежесекунду, как только взял в руки, есть ли патрон в патроннике. То есть если мы на нашем пистолете сделаем вот такое движение и курок в таком положении, то мы будем понимать, что у нас оружие взведено. Допускаем, что мы не знаем, есть ли патрон в патроннике. Значит, делать вот так, просто так не стоит. Для этого нужно проверить, есть ли патрон в патроннике, и спустить спокойно. В Глоке мы этого никогда не увидим, есть патрон в патроннике или нет патрон в патроннике. Мы увидим только по спусковому крючку, взведенный он или не взведенный. То есть, если мы взвели курок, наш спусковой крючок остается на месте. Если мы спустили, наш спусковой крючок остается на месте. У нас индикатор заряженности пистолета на 50% – это курок. Чтобы не было случайных выстрелов, для безопасности мы разработали вот так. То есть вы как бы не, скажем, не преследовали цели какого-то более похожести на Глок, чего все, ну, не будем скрывать, хотят. Вот. И очень много как бы было вопросов, что он на Глок похож где-то издалека, но все-таки курок этот вид портит. Ну, у каждого производителя должна быть своя изюминка. Это понятно. Тут я сразу сказал, что понятно, что вы как бы сделали для себя. Вот. Опять же, все-таки курковая система. Проще, с другой стороны, скажем, многие, ну, тут, стартовики сравнивать, конечно, с травматами смысла нет. Но турецкие некоторые производители прятали курок внутрь, скажем, вот это. Они просто делали вкладыш здесь, который у вас стальной, более короткий, и там был внутренний скрытый курок. То есть, кстати, следующий вопрос из этого выплывающий. Все-таки, если у вас есть курок, то почему нет самого взвода на нем? Все-таки довольно длинный ход спускового крючка. Система самовзвода предусматривает собой тягу спускового крючка в виде толкателя. То есть мы тягой спускового крючка должны преодолевать усилия пружины. Само собой. В связи с этим, мне конструктивно пришлось бы изменить внутреннюю часть и усложнить ее дополнительными деталями. Ну, я решил от этого уйти, потому что самовзвод, ну, как бы по большой степени, это не самое главное. То есть, опять же таки, мы не можем понимать, заряжено оружие или нет в целях безопасности. Если вот мы несем кабуру, да, в кабуре, или спрятанное у нас оружие, там, в сумке где-то, мы несем оружие. Мы не понимаем, заряжено или нет, потому что ситуации могут быть разные. Там какая-то произошла, человек забыл, скажем так. Если он достает пистолет и нажимает на спусковой крючок,
при самовзводе может произойти выстрел. Это может взять ребенок, нажать на спусковой крючок, произойти выстрел. А тут все-таки, еще раз повторяю, в целях безопасности нами было вот принято решение сделать вот только так. И для уменьшения каких-то дополнительных элементов в самом пистолете, то есть там их очень мало. Ну, для упрощения конструкции. Да, для упрощения конструкции, да. И в производстве это проще. Мы решили сделать. Ну, в принципе, да, вы как производитель вольны решать, как вам поступать. Совершенно верно. Хотя по поводу, скажем, ношения травмата, вот некоторые известные люди в оружейных кругах все-таки лично мне говорили, что я ношу без патронов патронники, вот, и у меня круговый пистолет. Но все-таки травмат подразумевает оружие быстрого приведения в действие, если вам нужно защищаться. То есть иногда может быть, что нет возможности не взвести, не. Ну, я думаю, мы будем стрелять, мы попробуем отработать некоторые моменты. Вот, и, ну, при просто доставании большим пальцем. А если нет патронов, патронов еще? Ну, а если у вас уже разрезана левая рука, у вас остается одна рука, а у вас нет ни самовзвода, ни патронов, патронники. Вот как бы. Оружие самообороны без патронов, патронники – это хинея, полная хинея. Понимаете? Поэтому, собственно говоря, курковые пистолеты. Я, допустим, искренне считаю, что предохранитель на курковом пистолете – это бред. Бред, да. Правда? Да. Это придумали военные, поэтому делают их по спецификации военных. Но отсутствие предохранителя и наличие патронов в патроннике подразумевает пистолет двойного действия. То есть должен быть самовзвод. Не должен быть. Это человек, который приходит на рынок, он имеет право выбора. Да. Хочет самовзвод. Естественно. Ну, взведение курка да. Это дополнительное движение, дополнительная моторика. Да. Это минус какие-то секунды. Я не буду даже с вами спорить, но конечно. Я еще раз повторю, я тут вкратце сказал за культуру оружейную и за наш рынок. Нас очень мало в Украине, которые производят пистолеты. Я закончу тему, которую я хочу сказать. Это мой первый пистолет нашей фирмы. Вот это уже верный ход. Когда он будет 10-й, тогда вы скажете, Сергей Юрьевич, но вы уже обещали сделать вот так вот. В общем, вы намекаете на то, что покупатель сам проголосует, как бы стоит рублем и так далее. Я намекаю на то, что это вот. Наша компания, первая разработка, и она такая. Все. Не-не, я ни в коем случае не говорю, что надо было сделать так, или сделайте так. Вы в своем праве, это безусловно. Когда это будет второй или третий пистолет, и возможно мы уйдем от курка, возможно мы уйдем на самовзвод, будут разные, возможно появится субкомпакт, но первый шаг. Такой. Но я вот как бы не вникаю в дебри, не хочу прикидываться супермаркетологом, но знаю с вероятностью 99%. Если это был бы страйкер, ударниковый, ну, ПСМ точно глоб, это было бы мега-супер хитер. Это безусловно. Даже спорить А вроде как ВСМ Глоковский все-таки запатентован, поэтому ничего не получится. Пускай не Глоковский, пускай... Хотя они, в принципе, все похожи. Ну, конечно. Страйкеры есть... Жанники и все остальные. Не они же Глоки страйкеры делают. Ну, понятно, но тем не менее... Тем более это не пистолет. Ну, в смысле, с точки зрения законодательства Австрии. Это не оружие, это спецсредство. Да, хорошо. Да. Так, сейчас, минутку. 3 секунды паузы, и я последний вопрос задам. Подожди. Руки положи, пожалуйста. Туда. Я положи руки? Свои. Ну ты же вопрос задаешь, ты руки. Окей. Так. Все. И, наверное, самый главный вопрос, все-таки вернемся опять к внешнему виду. Почему насечки в другую сторону? Очень многие интересовались. Понятно, что вы можете сделать... Наклон под 45 градусов? Не вот так, а сюда. То есть, смотрите, я покажу пример, что имеется в виду. Срывается. Вот мы берем и соскальзывает. Если вот так было, то цепляется хорошо. Ну, я примерно показываю. А вот так скользят пальцы просто сюда, в эту сторону. Почему? Или это просто пока как бы проба и... Ну, вы сказали же, что можно менять, покупатель может заказать с насечками, без насечек, в любую сторону. Я понял. Возможно, даже розочки можно какие-то сделать и так далее. Смотрите, вот это как холст художника. Он может рисовать на нем все, что хочешь. Наружные все элементы, они
могут быть разными, абсолютно какими хотите, с открытыми окнами, с открытым верхом для облегчения, с вот такими жабрами там, с насечками в эту сторону, с насечками в эту сторону. Это не принципиально. Почему я сделал именно так? Я его взял с пистолета Glock, который был представлен на американском рынке. Мне понравилось, я его здесь купил. То есть пока это внешний вид, да. Тогда уже как бы самый крайний вопрос. То есть это пока у вас тестовая партия или они уже поступают в магазин для продажи в таком виде? В таком уже виде, поступали, да? Но все равно можно. А сроки, например, если человек хочет купить, сроки изготовления затвора по рисунка затвора, по его, скажем, эскизу, желанию. Это зависит от сложности, что человек захочет. Если насечки, скажем, в другую сторону. Сейчас, просто, я понимаю вопросы все. Значит, пистолеты наши выполняются на станке машина, металлообрабатывающем машинном центре. Для того, чтобы сделать любую конфигурацию, нужно прописать программу, соответственно, чертеж с размерами, с допусками, со всеми делами. У нас разработано три вида, то есть сплошной. На него уже написана программа, мы ее кнопку нажали, брум, и отдали. Все остальное проговариваем с человеком. Если он хочет, то мы пишем программу, делаем чертежи и делаем любую конфигурацию. Будет нарекание на в эту сторону, значит, будем переделывать в другую сторону. Все ясно. Если человеку хочется разности в весе, практически мы не ощущаем, что в сплошном, что вот с такими жабрами в исполнении стали. Если человеку, за исключением окон, почему у нас разработаны окна? Вот окна существенно забирают 150 грамм с оружием, а вот это забирают 12 грамм. Ну, на алюминиевом это не так чувствительно. На алюминии, да, мы имеем 500 грамм, тут 900. Поэтому вот это все, это, ну вот, сегодня мы увидели вот, вот так вот, как цевья на АР-ках, они все разные. Вот видим такое, делаем такое, видим такое, делаем такое. Пока на сегодняшний день мы разработали, написали вот такие программы, мы их делаем. Это все возможно к изменениям. Если не секрет, порядок цена, индивидуальный заказ рисунка затвора? Я еще не просчитывал, сложно мне сказать. Ну ты же со своей придешь модели. Да. Ну вот минус, кстати. Пятки алюминиевые, кстати, не помешали на эти самые на магазины. Да. Вот, пожалуйста. Ну, да. По классике. Глок есть. Там спрятан. Всего. Не показывайте никому. Здесь спрятать, здесь нарастить, да? Насыщается и преобладается алюминием. Есть пистолеты, которые в основном для спортсменов они используются, которые делаются из алюминия. Мне эта идея понравилась. Мы сделали пробный пистолет. Почему? Потому что его было проще делать на алюминии, чем на стали. А реально проще? Имеется в виду металлообработку? Металлообработку, да. Раза было проще. Соответственно, сделали из него пистолет, после чего произвели испытание. И он достаточно неплохо себя показал. Поняли, что это хорошо. Да, и поняли, что это хорошо. Но опять же таки, использование алюминия, смотря для кого. Есть люди, которые относятся к оружию как к боевой единице. То есть она должна быть тяжелая, увесистая в руке, она не должна там ломаться. Борис боит. Да, есть-то. Ему нужна кувалда. Кувалда, там, да, вот такой пистолет. А если люди любят или хотят иметь для постоянного ношения, чтобы уже плечо не, этот пистолет не надоел или еще что-то, то лучше полегче. Если человек не постоянно, скажем так, не делает там 200 выстрелов в день, а делает там в месяц там в районе 100 выстрелов, то лучше, конечно, приобрести. То есть, по сути, вы делали алюминиевую версию для расширения ассортимента. И посмотреть, да. Каждый найдет да. свой. Да. Тайм-аут. Молодцы. Можно я поклацаю теперь? Нет, нельзя. Давайте, можно теперь я порублю немножко? Чего? Ну, дядь Сереж, классный чувак. Он нудный. Ну, технарь, что-то. Реально. Да, действительно, берешь он так аж
Да контраст вообще разительный. Вообще разительный. Нет, для спорта вообще шикарно, конечно. Нет. Для спорта легкий пистолет смысла нет. Для спорта нужно брать тяжелый. Вот это как раз и ди отсюда си. Понял? И DC его будет чуть тоньше и меньше еще. Тяжелости тут уже подскажешь, потому что те, кто стрелял с людьми, они говорят просто идеально в плане того, что он его не подбрасывает. То есть ну, для травмата, да. Для травмата. Я забыл спросить, спрашивали нет, комплект пружин есть или нет? Ну, как бы одна в комплекте, а вообще, конечно, под патрон. Можно, да? Под специфический патрон, под да, специфический конечно, патрон. Конечно. Андрюха, будь другом, собери, поставь на задание.